Организаторы международного фестиваля «Веловоронеж» сделали красивый пиар-ход, пригласив в качестве почетного гостя руководителя Федерации зимнего велосипеда финского города Оулу Пекку Такхала. Оулу – это силиконовая долина Финляндии в 200 километрах от полярного круга с населением почти 200 тысяч человек. Если бы Воронеж был в такой суровой климатической зоне, то нашим чиновникам и в голову бы не пришло заниматься велосипедной инфраструктурой, которая может работать круглогодично. Как давно вы на велосипеде? И я знаю, что вы и зимой на велосипеде катаетесь, да? How long have you been cycling? And I know that you practice winter cycling too. Yeah, well, I've been cycling since I was 2 years old, maybe. It's just all natural for us, and we just cycle all the year round. It's all natural. Я на самом деле катаюсь, наверное, с 2 лет, и действительно зимой катаемся. Вообще мы катаемся круглый год. Для нас это естественно, так же естественно, как дышать. Если говорить об инфраструктуре велосипедной и сравнивать то, что есть у вас, и то, что есть в Воронеже. Какая разница и чего не хватает Воронежу? Okay, if we compare the cycle infrastructure you have in Oulu and the one we have here, if we do, in Voronezh, so what's the difference and what do you lack? Well, here in Voronezh I only have seen a couple of bike racks and that's all the infrastructure I've seen so far. На самом деле, что касается инфраструктуры велосипедной в Воронеже, то я только видел пару стоек, наверное, и, в общем-то, наверное, и все. Все, что я видел из велосипедной инфраструктуры в Воронеже. For example, in my city we've got 850 kilometers of separated bicycle paths, dedicated bike paths, how do you call them? And they are very easy to maintain throughout the winter, so whenever it snows, we blow the snow away. Что касается моего родного города, к примеру, у нас проложено одних только дорожек протяженностью 850 километров по городу, и они функционируют круглый год. Это значит, когда выпадает снег, мы их чистим, так что будем могли действительно ими пользоваться. And also bicycle paths are usually the fastest and the shortest way, so it's a natural choice to go by bike. И также вы можете поражать воображение разнообразие маршрутов велосипедных, потому что можете поехать более короткой или более длинной дорогой, то есть как хотите. Особое впечатление на участников конференции «Веловоронеж» произвело то, как в Финляндии зимой чистят велосипедные дорожки. Поверхность настолько идеальна, что даже не надо использовать специальную шипованную резину. Более того, вся уборочная техника оборудована GPS-системами, что позволяет каждому велосипедисту в Оулу в режиме онлайн видеть, какой из маршрутов на данный момент очищен лучше других. Еще одна сказочная для нас цифра из финского Оулу. Протяженность велодорожек там ежегодно увеличивается на 17 километров. Интересно, когда Воронеж догонит Оулу?